Здравствуйте, дорогие студенты! Тема нашего сегодняшнего урока – первые Олимпийские игры. Салам, азиз талабалар! Бугунки бизим дарсимиз биринчи Европа ойинларидир. Но прежде чем приступить к объяснению нового урока, я хочу вам рассказать несколько слов об истории европейских игр. Дарсин изагымнан эвэль мэн стилям сизэ биринчи Европа ойинларын Яромаса Канда Пирнеча Суздия. Первые европейские игры, ребята, это историческое событие для нашей страны. Ильки Европа Онлара, Бизим Юркамиз Учун, Тарихи Хадисабир. Оно является историческим, потому что до сих пор в Азербайджане не проводилось международных спортивных соревнований такого уровня. Она говорит, что Азербайджанда Увахта Гада, Беля Савиада, Бейнахах Идман Онлара, Кечерин Мамиштир. Решением Европейских олимпийских комитетов в декабре 2012 года была принята почетная миссия проведения первых евроигр в Баку. 2012 ilin декабрында Avrupa Olimpiya Komitelerinin kararıyla birinci Avrupa oyunlarının geçirilmesi fəxri missiyası məhz Azərbaycana düşmüştür. А теперь я вам объясню. Ознакомлюсь с нашим новым текстом. Первые евроигры. Церемония открытия европейских игр оказалась бесценной возможностью рассказать миру об Азербайджане. Демали, Европа ойынларының ачылыш мәрәсіме Азербайджан хаққында дүнияя данышмаға миссельсіз бір имкан яратмышты. Отныне олимпийских огонь этих игр всегда будет зажигаться от пламени вечного огня в храме Атешкях в Сураханах. Bundan sonra Avropa oyunlarının olimpiya məşəli Suraxanındakı Atəşgah məbədində əbədi məşəl alovundan yandırılacaqdır. В первых евроиграх участвовало 6000 спортсменов из 50 стран. Birinci Avropa oyunlarında 50 ölkədən 6000 idmançılar iştirak etmişlər. На соревнованиях первое место заняли спортсмены России, второе – спортсмены Азербайджана и третье место – спортсмены Великобритании. Ярпу ярышларда биринчи йери Русия идманчылары, икинчи йери Азербайджан идманчылары ве нахаят үчүнчү йери Британия идманчылары тутмуштулар. А теперь ознакомимся с новыми словами, ребята. Участвовала иштирак эдип спортсмен идманчы соревнования ярышлар заняли тутуплар Великобритания Британия завоевать казанмак Золотой, кызыл, серебряный, гümüş, бронзовый, бürünç. Церемония открытия, açılış мәрәсіме. Отныне, bundan sonra, оказалась бесценной возможностью. Миссельсіз фürsәт олду. Олимпийский огонь, олимпия мәшәлі, будет зажигаться, яндырылмыш олачак. От пламени вечного огня, әбәді мәшәл алуфтан. Ребята, домашнее задание. Прочитать текст и пересказать его своими словами, то, что запомнили. И с некоторыми из этих слов, из словаря, вот такие как золотой, серебряный, бронзовый, церемония, оказалось бесценной возможностью, это совершенно новые слова, с которыми вы сегодня ознакомились, составить предложение. И, наконец, в конце нашего урока хочу вам еще раз напомнить о девизе нынешнего положения, нынешней ситуации. Оставайтесь дома. Dərsimizin sonunda uşaqlar, indiki durumun əsas devizi olan evdə qal şüarını yadınıza salmaq istəyirəm. Evdə qalın, yaxınlarınızı qoruyun. До свидания.